Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу вам показать свои фавориты января. Это будет только декоративная косметика, потому что уходовую, собственно говоря, вы можете посмотреть в видео «Фавориты за 2013 год. Уходовая косметика». Там ничего не менялось. Итак, поехали. Лицо. Лицо – это были два средства, два тональных средства. Это Bourjois Healthy Mix. Healthy Mix Serum в оттенке 53 беж, очень мне нравится, на лето, думаю, будет еще лучше. Абсолютный фаворит, это суперское тональное основа от Givenchy Eclat Matissima. Вот так вот это выглядит, вот с такой вот системой открывания. У меня в оттенке 4 мат беж. Пудра в этом месяце была фаворитом, это Шанель Мат Люмьер в оттенке 80 контур. Контур, наверное. Моя пострадала при падении шкафа, ну ладно. Далее, под глазки и в принципе корректирующие до сих пор остается это кофейный ролик 2 в 1 от Garnier, очень его люблю. Дальше, румяна. Это, безусловно, Art Deco в оттенке 18. Люблю их горячо и нежно. А что касается глазок, в этом месяце, естественно, Paint Painterly. Куда без него. Нескончаемая банка. А дальше это карандаш от Maybelline Master Smoky в оттенке Smoky Chocolate. Просто рисуйте стрелочку, растушевывайте, ready to go. Отлично для ежедневного макияжа, по-моему, суперская вещь. И держится на протяжении всего дня, и выдерживает даже интенсивные тренировки. А дальше, такой тандем, это сыворотка от Evelyn Cosmetics, активная сыворотка для ресниц 3 в 1. Все уже, наверное, наслышаны о ней. Это вот такая вот белая сыворотка. Как сыворотка, я, честно говоря, не могу сказать, какая она хорошая или нехорошая. Результаты я не вижу абсолютно. Но как основа под тушь, это нечто. Вот после того, как вы нанесли основу, да, любая тушь будет смотреться как high-end. Реально. Это настолько она уплотняет, утолщает, да, увеличивает ресницы, придавая им огромный объем, длину. Просто супер. Меня все спрашивают, у тебя что, наклеенные ресницы? У тебя наклеенные ресницы? Нет, они не наклеенные, это все результат вот этой сыворотки под тушь. А тушь, от которой я просто тихо млею в этом месяце, да и в прошлом месяце, это Essence Lashes Go Wild. Объемная тушь, она в мягком тюбе, в таком, как зубной паста. И здесь, получается, идет такая система, как в Givenchy, вот такие шарики. Четыре таких шарика, да? Нет, здесь их пять. Пять шариков. Прокрашивает каждую ресничку, придает офигительный объем. Очень хорошо держится. Должна сказать, что она влагостойкая, не водостойкая. Но вот у нас сейчас снег за окном, да, и метет очень довольно прилично. И тушь не растекается даже при попадании на нее снега. Поэтому я очень-очень довольна и надеюсь, что я ее смогу заказать в дальнейшем где-то по интернету, потому что у нас ее не продают. Дальше, брови. Брови это, безусловно, NYX Eyebrow Cake Powder. Это тени для бровей. Только ими пользуюсь. В оттенке 05 брюнет. У меня. И фиксирую брови я вот таким гелем для бровей от Art Visage. Наконец-то я его нашла. Ужасно не люблю прозрачные тюбы для гелей, для бровей, потому что они моментально становятся очень некрасивыми, и эстетика пользования пропадает. Но по качеству офигенский. Спасибо всем, кто его советовал мне. А дальше это были реснички, да? Да. И осталось всего лишь 3 продукта, поэтому видео будет короткое в этот раз, на радость вам. Значит, губы. Губы в этом месяце это были 2 помады от Rimmel. Одна в оттенке 006 Pink Blush. Вот такая вот
розовый, такой baby pink, офигительный цвет. Это из серии Long Lasting. Очень классно держится, потрясающе, губы не сушат, ничего. И эта помада от тоже Rimmel, серия Kate, в оттенке 02, тоже Long Lasting. Вот такая вот фуксия, она вот у меня сейчас на губах. Очень я довольна этими помадами. То есть дешево и сердито называется. За 3 копейки вы получаете офигенное качество помады и большой выбор цветов. Вот, и ноготки в этом месяце, это был OPI, именно этот цвет, это цвет у нас Big Apple Red, очень его люблю, я его использовала и под гель-базу, да, вернее, на гель-базу, под гель-топ, и просто без гелевых основ и топов, то есть красный в этом месяце у меня был фаворитом. Вот, пожалуй, это было все, собственно говоря, из фаворитов декоративной косметики. Еще раз повторю, что уходовую вы можете посмотреть видео «Фавориты 2013 года. Уходовая косметика». Я ссылочку оставлю внизу. Если есть какие-то вопросы по поводу каких-либо продуктов, либо вы хотите отдельный обзор, пожалуйста, напишите мне, оставляйте ваши запросы, комментарии, лайки, подписывайтесь. Не забывайте оставаться любимыми и красивыми. Всем пока!